Ну, сегодня будет немножко больно и по голове, и по заднице. Потому что, извините, нас держат за лохов. Нам втирают лоховские услуги. Это касается бизнесменов. И на телевидении тоже хватает вот этих чудиков. Потому что, ну, вот можно заявиться, да, круто, типа нам год. И так нелепо обделаться, что потерять сразу практически всех клиентов. Это меня, конечно, коснулось, но мы никогда не говорили. И не кичились там своими 7-летними, 8-летними, там, ну, 10-летия, да, устроим. А когда мы немного обделались, ну, надо никак не акселератор вызывать, а ассенизатор. Потому что, извините, ассенизацией, то есть вбиранием плохих эмоций займется программа «Автостоп». А акселерация – это даже не автомобильный термин. Потому что нет в автомобиле ни акселератора, ничего такого подобного. Потому что acceleration – это, в общем-то, ускорение. А если вы давите на акселератор, а точнее вы давите на педаль управления дроссельной заслонкой, карбюратора, допустим, да? Это, к слову, о том, что мы немножко разбираемся в конструкции автомобиля. То тогда машина получает то самое acceleration. Давайте теперь пройдемся про автомобильных лохов. Как можно сделать дешевый автомобиль? Сделать дешевый автомобиль можно из любого автомобиля. Достаточно просто, допустим, поставить дешевый китайский диск на американский автомобиль, воткнуть дешевый китайский салон, убрать обивку, оставить гольный металл. Да, задним пассажирам зачем нужен стеклоподъемник? Им весла подавать. Кондиционер тоже долой. И вот в итоге можно попытаться продать престижную марку за цену меньше миллиона. Но я вам скажу честно, что дешевле миллиона хороших автомобилей нет. Теперь и в преддверии некоторого кризиса финансового мы поговорим о китайском автопроме. Не помните, вот я выкинул, да, все? Литые диски на 14. Я выкинул DVD-проигрыватель, я выкинул кондиционер, я выкинул светодиодные фары, между прочим. И что я получил? И получил автомобиль, ну, где-то примерно ценовой категории 300 тысяч. А вот теперь все это на место засунем. Cherry QQ 6. Потому что, ну, уклон, это был Део Матис переделанный. А это, извините, QQ. Это, извините, и объем, и нормальный двигатель, и большой, да, действительно большой салон. Потому что он удобный. И, наверное, когда-нибудь я все-таки возьму себе челика, напишу, что на борту Алексей Челейкин, что вы поняли, что, ну, я-то знаю толк в автомобилях, в отличие от других автомобильных экспертов. Потому что любая машина стоит своих денег. А если на машину просто налепили шильдик, красивый такой, американский типа, и при этом вы знаете, что таким шильдиком машины даже корейские и в Корее не ездят, ездят они где, в Китае, то, ну, возникают некоторые сомнения. Я постарался сегодня не поперхнуться, даже вот этот кошелек я оставил, потому что, извините, все это накипело. Нигде у меня бумажки нету, ни с чего я не читаю. Вот. А накипело потому что, опять же, есть лохи, которые покупают автомобиль. И при этом они ездить-то совершенно не умеют. Потому что, да, машина с двигателем 1,3 литра с мощностью под 80 лошадиных сил. Извините, в пробке будет есть столько же, сколько и 600-й Мерседес. То есть бесконечное количество. Извините, выбирайте дороги и ездите аккуратно. Либо включайте пятую и давайте по объездной. Гораздо выгоднее и экономичнее будет. Теперь про автомобиль Cherry QQ 6. Ну, что сказать? Ну, нормальная китайская маловитражка, в которую маршировали все, что можно. DVD-проигрыватель, я уже вам сказал, и вы посмотрели, что я там присутствую в этом DVD-проигрывателе. Сигнализация с обратной связью. Диски, ну плюс цвет красивый, машина объемная, действительно объемная. И она не маленькая. И еще, кстати, в преддверии зимнего сезона я вам скажу, что, ребята, опять же, те, кто хочет покупать огромных размеров диски, вы знаете, сколько там резина стоит? Ну-ну. Потом только не плачьте, не локти не им. Кусайте себе. Где машины такие продаются? А, и, кстати, в завершении всего, последний вилл-бок нашим любимым дилерам. Вы что думаете, автомобили в этих салонах с ПТС-ками все подряд стоят? Ну, подождать еще придется. А вот в Макчерри, Cherry QQ 6, стоит с ПТС-ками. Ну и в завершении небольшая ода фирмы Макчерри, что на домичках 5, и всему китайскому автопрому, в частности.
Извините, очень-очень быстро ребята умеют делать запасные части. В большом количестве и очень недорого. И, соответственно, попав в ДТП и автоматически слетев с гарантии, вы соображаете, где и за сколько вам этот автомобиль придется ремонтировать. И в завершении, и сегодня, и сейчас, я бы хотел сказать, что автомобили ценовой категории 300 тысяч рублей, новые автомобили, они все выполнены, в принципе, неплохо. Поэтому не надо обращать внимание на крутые бренды, шильдики и все остальное. Надо обращать внимание именно на начинку. А она в Cherry QQ6 очень-очень впечатляющая.